Всем привет, мои хорошие, мои любимые, вы попали на канал Владислава Бурмаки. И в этом видео я хочу продолжить свои реакции на первый полуфинал Евровидения. Сейчас у нас на очереди Польша. Польша с их дуэтом, четыре девушки, это группа Тулья, Fire of Love или Парище. Эта песня называется. Они на официальном канале Евровидения появилась их репетиция, первая репетиция. Вообще так странно, на первой репетиции уже все в своих одеждах. Вот это такие, я не знаю, первый раз, что в основном на вторых репетициях все одежду надевают, а то уже на первой. Так что можем оценить их образы. Ух ты, 1200 лайков, 3000, да, 200 дизлайков. Что это такое надели? Хай бог минує. Боже. Тюль. Они крутятся. Хай бахмэнэ. Ну, это якась смесь, когда они крутятся с Германией. В Германии тоже мои самые хорошие, мои любимые девочки тоже это крутятся, как-то приворочены. Ой, что же вам сказать? Тут это, я не знаю, что сказать. Образы, кстати, интересные, костюмы. Не народные что-то, какие-то повязки, тюли. Мне кажется, это финал. Одеты круто, они крутятся, это тоже круто. Задний фон, они на все лицо, тоже прикольно. Кстати, у них уже на опущенные эти штуки, ну, эти трикутничок, что создают. Да, они опустили, потому что в там-то оно поднимается наверх, эти штуки, ну, кто не знает, да, на сцене поднимаются, эти штуки опускаются. А сцена, кстати, красивая, очень красивая сцена, не знаю. Вот реально думал, что ужасно, а сцена красивая. Вот вижу заставочку эту, очень нравится. Вот прям класс. Вот Парище. Польша, конечно, они мне монетизацию, сучки, снимают. Ну, ничего, я вам дам. Письки вонючие. А вы были на канале Бурмаки Владислава или же Бороджо? Бурмаки Владислава или же Бороджо. А если вы ставите мне под видео 7 дизлайк, то у вас диарея будет завтра. До встречи и смотрите мою следующую реакцию.